Да-да-да, ребятушки, всем привет. Сейчас у меня в руках тысяча, как говорится, без малого $1000. Хотя, если быть точнее, больше, 1125. Именно столько стоит товар, который лежит в посылке. Товар, который является санкционным. Товар, который приехал из Америки для моего подписчика, который написал мне по контактам, которые расположены в описании этого видео, попросил его купить, доставить в Российскую Федерацию. И я это сделал. Купил, доставил. Сейчас я вам покажу, что пришло. А пришли здесь шнайдеровские контроллеры для автоматических систем управления. Мы на них посмотрим. Посмотрим вот так вот. Вот так, ребятушки. Кто в теме, тот поймет, о чем речь. Я вам покажу вот так их номера. Контроллер 1, контроллер 2 и контроллер 3, которые продавались на eBay по цене $375 за штучку. Я их выкупил, привез, показал вам. Ну, открывать я не буду, потому что, товарищи, тут вот такая вот пломбочка стоит. Вот такая пломбусенька, которая нам говорит о том, что абсолютно новые, с завода запакованные контроллеры. Санкции, ребята? Не! Для нас санкций нету, для меня во всяком случае. Ну и для вас тоже, так как вы являетесь моими подписчиками. Пишите, рассмотрим все ваши хотелки, выкупим, что самое главное, и привезем. Все контакты в описании.